Ребята, добрый вечер. С вами Олеся из города Альбера-Белла. Мы приехали сюда поужинать жарким летним вечером. И наблюдаю, как тут разбирают конструкции. Дело в том, что на прошлой неделе здесь проходил показ Дольче & Габбана. И для этого дела соорудили много интересных конструкций. И сейчас это все потихонечку убирают. Ну, эту, надеюсь, оставят. Видите, какая красота. У меня есть много видео из Альбера-Белла, но я их обычно снимаю днем. Но сегодня мы вот заехали вечером. Давайте немножко пройдем по улице. Альбера-Белла — это старинный город. Ну, непонятно, не то город, не то деревня. На юге Италии, в регионе Апулия. И знаменит он в первую очередь своими домиками Трулли. Очень популярное место. Видите, люди приезжают сюда погулять вечером. Мы, кстати, ехали из Чистернина по Валли Дитрия, ехали в эту сторону. Не из Чистернина, из Астуни. И вся долина прям усеяна тоже этими домиками, этими Трулли. Вот такие домики с коническими крышами. Вот там видно. Вот. И здесь видно тоже. Кстати, очень-очень жарко у нас, но здесь оно немножко выше находится, чем Бари, это место. И здесь, конечно, приятнее. Тем более вечером достаточно приятная, комфортная температура. Ну вот, так выглядят Трулли вечером. И музыка. Ух ты! Еда пришла, ребята, еда. Смотрите, что у нас там из булочки вылазит что-то. Боже мой, боже мой. Ну как? Нравится? Ну, там осьминожка такая. Не завидуешь? Ну, давай купим такое еще. Покажи, кто там, кто там, что там. Могу тоже я пиццу попробовать? Да, конечно. Лучше это, как я. Потряси, потряси так. На вкус сразу. А кто это? Кусай. Ну как пошло? Это для тебя, Свирань. Как будто немножко прожаренное. Грация. Давай. Ну как? Смотри, туда thank you.
друзья, я тут в одном из предыдущих фрагментов снимала видео и говорила, что здесь разбирают подиумы, потому что в Альберо Беллы совсем недавно проходил праздник, был показ Дольче & Габбана. Но мне кажется, я ошиблась, и, наверное, это не убирают, а наоборот, уже что-то новое сооружают. Потому что совсем недавно мы проходили в другой части этого города, и там сделали подсветку с Фридой Кало, с какими-то цветами, с картинами. Так что, возможно, здесь какое-то ожидается мероприятие. Возможно, это не разбирают конструкции, а наоборот их собирают, видите? Что это будет, я не знаю. Так, мы идем на смотровую площадку. Хотим посмотреть на Альберо Белло с высоты красоты. Так, одна из смотровых площадок здесь находится вон там. Пахнет какими-то благовониями. А на площадке что-то интересное. Друзья поднялись на площадку смотровую. Здесь, видите, устанавливают конструкцию для фестиваля света. Какой-то фестиваль света будет здесь в Альберо Белло в субботу. Вот так вот. Сверху еще лучше панорама. Ну что сделать, если там сейчас устанавливают какую-то странную конструкцию. Ну, красивую. Какие-то световые лилии. Thank you.